Очень приятно сегодня выступать, когда так много кругом работников искусства. И также спасибо вам, что вы пришли поддержать Олега в таком альтруистическом начале, помочь новым начинающим работникам искусства, поэтам творить свои поэмы. Чудесный вечер на небо посмотреть. И я смотрю на небо, а с неба смотрят звезды. Я столько раз их видел, но снова хочется петь. Мириады бриллиантов, рассеянных по небу, раскиданных по свету в загадочном строю. О, столько сейчас поэтов творят свои поэмы, сколько сейчас влюбленных любовь найдут свою. Я так хотел бы раствориться в этом полотне, так хотел бы все забыть, и чтоб забыли обо мне. Звука еще нет, но музыка звучит во мне. Мне трудно подобрать слова. О-о-о, вот это искусство. Вот это искусство. Вот это искусство. Мне слов не хватает, чтоб выразить все эти чувства. Художник рисовал, и весь мир удивлялся, живописец творил, и весь мир восхищался, но тот, кто нарисовал небо прекрасней и светлей, покупать картины — радость для богатых. Сегодня красота приносит доходы, а в небе бесплатные закаты, а в небе свободный восход. Вот это искусство. Вот это искусство. Вот это искусство. Мне слов чтоб выразить все эти чувства. Фотография вселенной, до чего дошла наука. Еще тела и лица на глянцевых страницах, ведь лучшие фрагменты — это живые элементы. И мы сами, как картины, яркие и уникальные. И девушки из офисов приятны так для глаз, ведь те, кто продвигает, прекрасно понимают. Ценители искусства живут в каждом из нас. Вот это искусство. Вот это искусство. Вот это искусство. Мне слов не хватает, чтоб вы...
калибри, цветы, орхидеи, и весь мир вокруг нас полон этой дивной красоты. Все, чем мы дышим, все, чем мы живем, мы стихи об этом пишем и песни поем. Это все, что есть у нас, это все, что мы есть.